Предложение по усовершенствованию сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассмотрели окружные власти. Совещание с руководителями окружных департаментов социальной сферы региона провела заместитель губернатора Татьяна Бучкова. Так, предложения коснулись финансового вознаграждения опекунов, чьи дети успешно участвуют в конкурсных, спортивных и других мероприятиях. Кроме того, были рассмотрены варианты поступления в детские сады, школы искусств, музыкальные и художественные школы, а также возможность предоставления ипотеки и жилья сиротам на льготных условиях. Создать условия для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, безусловно, необходимо. Однако их создание нужно организовать так, чтобы они не были использованы в корыстных целях, подчеркнула Татьяна Бучкова.